Кто придумал сюжет? Дайте Оскар этому человеку. Ага. Здорово. Витёк на твоих экранах, и это... My Friend Pedro. История про банана и бананозависимого чувака. Я, собственно, за него играю. Так, спокойно, спокойно. Все хорошо. Ты отлично постарался. Иногда можно и отдохнуть. Напоминаю, что мы уже две серии прошли, двух боссов замочили. И вот мы свалились откуда-то с небывалой высоты в мир полный пончиков, пони, няшных. И вообще, там на заднем фоне какой-то мужик с глазами на меня смотрит. Если бы я знал, что ты сюда заглянешь, я бы прибрался сначала. Нам сюда, тут столько всего интересного. А, и не обращай внимания на пол, он такой странный с момента, как я устроил здесь ремонт. С ума сойти. Взлетаю. Побежал. О! Пропадающие штуки. Понял. Это типа больше акробатическая, что ли, фигня? А куда? А, вот сюда вниз. Пропадай. Походил, да, это для акробатов просто. То есть стрелять не надо будет. Как это? А куда она пропала? Тык, 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 бык, бык, бык. Опа. Ну, спидран. А, смотри, пока я на ней стою, она не пропадает. Все, я понял. Как только ты сдвигаешься с этой штуки, она пропадает. Нам, кажись, вот сюда, да? Ой. Выпустите меня. Ха-ха. Читанул. И чё, как? Все, тупик. Все, замуровал себя. Ха, прикинь, замуровал. А как мне отсюда выйти-то, Во, как-то вышел. Во, пока он не появился, ну... Блин, нафига вообще этот уровень сделали? Тихо. Меня, если честно, не вдохновляет. Я лучше пострелял бы. Может, все-таки постреляем где-нибудь? Видимо, нам направо. Ушел кавалер. Ёлки-палки. В колеса, когда играем, такие же приколюхи есть. Падающие платформочки. Давай уже. Так, что здесь такое страшное, я что-то не понял. А, куда-то туда, да, надо? Так, раз, и отпрыгнуть надо. Теперь можно. Во! О, все, я дошел куда-то. Надеюсь, это финал. Надеюсь, сейчас не нужно будет еще раз бегать. Рейтинг маленький. Видимо, видать, слишком долго проходил. 0 из 0 убийств. Ну, пожалуйста, дайте кому-нибудь пострелять. А, слишком муторно, слишком сладко. О, неплохо так пришел. Слушай, раз уж ты здесь, можешь мне помочь? Здесь полным-полно хейтеров. Просто понабежали в какой-то момент, и теперь сидят тут. Наблюдают, осуждают и треплют мне нервы. Я хочу, чтобы их здесь не было. Ну, наконец-то. Поехали. Хейтеры, где вы? Что это такое? W, чтобы закрутить. Все, йо. Куда у вас пушки? Нифига себе, они падают вверх. Ой-ой-ой, тут решетка, Витя.
РСТ, ёлки-палки, я забыл вообще, как в эту игру играть. Не ожидал? Всмятку. Ну все, 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 я заиграю. Сейчас я заиграю. На. Так, кейтеры. Ну-ну-ну-ну-ну. Боже мой, что происходит, а? А где оружие? Оружие они с собой, что ли, носят? Музыка. Это музыка. Я так и думал, сейчас будем лестницу строить. Чё я вижу? Вообще не понимаю. Бред какой-то. На. Я просто посчитал, что проще вот так их размочить, нежели там какие-то брать пистолеты, двойные удары. Вот так вот. Ха-ха. Тут же еще и на скорость главное. Все, 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 давай, погнали, 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 полетели, полетели. Хейтеры, хелло. Не ждал. Выкручиваемся. А что дальше? А, наверное, вниз. Точняк. Шпинделечек отодвинь. Ух ты. На. Мне, кстати, больше всего нравится ружье здесь. Ну, просто великолепное. Пушечка. Хорош. Хорош. Задвигаем. Тихо. О, хейтеров можно пинать. О, боже, как я это... Как я застрял в стенке. Тихо. Ай, больно. О! Капец, чуть не снял меня. Ёпрасоте. Ну, знаете, если честно, мне не нравятся эти уши. Они, конечно, упоротые, но это жесть. Так, что за бублики? Бублики ничего. Я как-то прочитал в учебнике по саморазвитию, что ключ к нашей лучшей жизни — это физические нагрузки. Поэтому я везде понаставил батутов, чтобы не скучно было поддерживать здоровый образ жизни. Я так и подумал, что это батуты. Ну ладно, с батутами веселее хотя бы. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо. Пиу. Пиу. О, я забыл, что замерло есть. Прикольно. Пыник, пыник, пыник. Слушай, а с замедлом веселее стало. Главное не забывать им пользоваться. На! Почему я стреляю из дробаша, и у меня отдачи никакой нет? Вот это непонятно, если честно, для меня. Давай, кто кого. Слушай, я сальтуху кручу, как попал-то? Прям в яйки ему. Пыньк. О, банана дали. Так, а куда теперь? Погоди. О, там жизнь есть. Давай за жизнью сходим, а то я что-то как-то... Облажался тут. А, во, вниз, все, вижу. Леголи-голи. Тихо. А так тоже можно? Ай-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой.
Прикольно. Бананик. Блин, забавно, кстати, с этими батутами. Слушай, как он выбил-то из меня жизнь, а? Ну-ка, давай-ка пистолет. УЗИ. УЗИ давай. Ну вас нафиг, издалека буду простреливать. Пынь. Черт побери. Чем я занимаюсь? Тихо. Хорошо. Ой, блин. Ну что это такое, а? Бам-б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 ам. На замедле, прошибай все, что только видишь. Пинай его прям в полете, отлично. Капец, блин, дичь какая-то. О, господи, боже мой. Прошел уровень. Да ладно, я еще и абсолютный восторг получил. Но если честно, я реально получил, ну, какой-то небольшой восторг я точно получил от этого уровня. Что я могу сказать? О, говорит, отлично. Похоже, ты нашел дядю на старую шапку с пропеллером. Ну-ка, заводи, посмотрим, работает ли она. Как мне запрыгнуть? А, вылить, все. С падай, вылети, все великолепно, понятно. Со звуком вертолета. Блин, это такое в этой игре такое может быть. Я теперь просто летающая крепость. Боже, блин. О, а здесь что такое? Секретка? Нет, там ничего нету. Черт побери. Так, ладно. Давай налетываем наверх. Пум-пум-пум-пум. Капец какой-то ад вообще. В чайник, круши. Фантастика. Дробашо дал. На, и тебе тоже на. Па-па-па-па. Перезарядка. Погоди, не стреляй. Мне бы плевать. Я ему говорю, не стреляй, он мне плевать. Вот чертяка. Пынь. Так, уже желтого цвета ничего нету. Ах ты какой. Воу! Капец, блин, жесть какая. Давай-ка дробаш возьмем. Так, здесь наоборот надо уворачиваться, получается. Ага! Не ожидал. Я не понимаю, что я сейчас там извернул вообще. Ничего не понял. Так, банан. Банан.
Осторожно. Вот это движуха сейчас будет тут. А почему-то они друг по другу стреляют и не убивают. Ну-ка, сейчас мы им накрутим. Давай-ка вот туда куда-нибудь. На. На. Не попал. О! Тварь. Тварь, подбил мне жизнь. Черти, блин, собрались там. Огромное тебе спасибо, что разделался с хейтерами. Что-то мне подскажет, что я их здесь еще долго не увижу. Хотелось бы, чтобы ты задержался здесь подольше, но у нас важные дела. Пойдем-ка отсюда. Ну, знаете, последние два уровня, они просто великолепны, честно. А еще огонь. Аще огонь, точнее говоря. Аще огонь, боже мой. Ой, блин. О, всплываем. Вот ты где. Витек с пропеллером на голове, да. Так что там сказал Дэнни? А, да, награду за твой гол назначила Офелия, диктатор интернета. Нам надо проникнуть в интернет и разобраться с этой Офелией. Не волнуйся, у меня есть план. Топаю в эту канализационную трубу, расскажу по пути. Погнали. По пути, по пути. По пути, Нович. Какие-то катакомбы пошли. Твою ж за ногу, Кулхацкер 1996. Опа, у него меч есть, надо меч брать. Ух ты, это осложнит нам ситуацию. Это самые хардовые из геймеров-хардкорщиков. Многолетнее увлечение жестокими видеоиграми разжижило их мозги. И теперь они способны выплескивать свои эмоции только через жестокость. Никто не знает, почему они перебрались в канализацию. Подозреваю, потому что в самых жестоких видеоиграх непременно есть синий уровень. Вот они и потянулись в знакомое место. Короче, если мы проберемся через эту канализацию, то попадем к выходу на железную дорогу, по которой можно попасть в интернет. Жесть какая-то вообще. Меч не берем? Нет, не берем. Ладно. Боже мой. Кто придумал сюжет, а? Дайте Оскар этому человеку. Ты чё, стрельнул? О, смотри, мечник. Ну, я пришло! Ух ты, господи! Ах ты! О, чёрт! Капец! А чё, они бронированные, капец! На! Фига себе, понабежали. Все, они опасные, оказывается. Они... Похоже, что некоторые из них малюк увлеклись косплеем. Я заметил. Снова удар не убиваются. Прикинь, либо в упор. На. Реально только с двух раз, прикинь. С двух дробашей. Офигенно. Так, что если вот из этого? Вот из этого нормально ложатся, кстати. Почему вот они вроде бы с чайниками? Надо же, чтобы они, это как его, отражали рикошетом. Но они мне чуть не положили здесь, кстати. Они как гопники что-то сидят. Патронов мало осталось. Так, ладно, переключаемся на что? На пистолет. Они с мечами, потому что, блин, патроны тратятся, они ничего не дают. Ух, блин, сложный как бить-то. О, ёшкин-кошкин. Фу. Лол, кричит он мне. На. Ха-ха. Блин, они реально полосатые лохматики. ГГ. ГГВП. О, сковородка. О, черт! От них как от сковородки должно отлетать.
Поздно сковородку заметил. Что если? Я типа нажимаю, и они все взлетают, да, наверх? Перезарядка как не вовремя. Давай, бей в сковородочку. Бам-бам-бам-бам-бам. Давай, сковородочка, распределяй. И распределяй, как говорится, Педро. Вот это сейчас рубилово-мочилово было. Давай-давай-давай-давай. Вентилятор опасный. Прикольно у них тут. Подходи! Они опасные черти, блин. Ну их реально только с пестиками мочить. Пилочек, блин, выбил из меня. Паразит. Так, сливаемся вниз. Сколько их? Ух ты, ух ты, ух ты! Тихо, 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 тихо! Не нервничай! Блин, какие непрыткие, а? Прошел. Оу, клевые. Слишком долго проходил или что? Слабовато, почему? Бонус без смертей. Наверное, долго проходил. Здесь от скорости прохождения тоже сильно зависит, я так понимаю. Идем дальше. Как-то я играл в видеоигру, называлась «Жеватель ирисок». Тебе надо было выстроить в ряд ириски одного цвета и только потом их заживать. Очень смешная. Я пришлю тебе приглашение. Что это такое? Так, какие-то подтягивалки вверх. А, когда я держусь, только с одной руки стреляю. Ух ты, с ружьем. Блин, больно. Тихо, что ты из ружья-то сразу по мне? Так, так, а что мне надо сделать, когда я выйду? Понял. Очень больно. На. Ух ты, засада. Куда ты прыгнул? Стоять. По ногам бей. Отлично. О! Что ты творишь, гад? Я кручусь как колбаса, блин. Попасть не могут по мне. Жизни маловато что-то. О, скейт. Ай, больно. Куда я упал? О, господи, что это было? Что так страшно-то? Все, готово. Хо-хо-хо.
Блин, ну придумывали. Тихо, сковорода. Да, детка. Оу. В жопу прям зарядили. Нормально, я живой. Тихо, пулемет. Вниз. Так, как мне его пробить-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Неплохо. Yeah! Воу! Бодренько. Слабовато. Бодренько такой, слабовато. Я знаю, что я могу в двух стрелять. Но ты понимаешь, когда ты в двух стреляешь, ты стреляешь с одного пистолета в одного, с другого пистолета в другого. Это только на пистолетах. На ружье нельзя двоих выбрать. Раньше здесь контрабандой протаскивали пиратские программы. Еще когда их выпускали на дисках. Ностальгия. Я думал, как залезать-то? Какие-то они дерзкие. Стреливается все. Отлично. Хорошо прыгнул. Ух ты, господи, пулемет. А, все, понял, что нужно было сделать. Надо было вообще валить оттуда и все. Просто тому пацану. Ух ты, сколько у вас тут? Эй, тихо, огреб, огреб еще разок. Я забыл, что крутиться надо, когда по тебе стреляют. Нормально упал. Да господи. Как с этим? Нормально живем. Опять пулемет. Клади налево. Так, а как мне эту штуку включить? А, прыгнуть на нее, да? Изи. Тихо, 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 пацаны. Крутись, Витя. Прям между ногом. На! Ух, как я хорошо ему задвинул-то пяточкой. Что-то упал. А, блин, здесь можно было в это, в рикошет пострелять просто. Сдавайтесь. Сколько их там? Еще один. Блин, я думал, это туалет. Оказывается, это непонятно что. Так, что здесь? Наверх. Отлично. Yes. Ну и тут совсем маленький рейтинг дадут. Халтурина.
Давай так сделаем. Пока притормозим. Блин, начиналось как-то упорото, закончилось какими-то очень страшными геймерами, которые с мечами бегут на меня в канализации, одетые в латы. О, одетые в латы геймеры, с ума сойти. Все, пока притормозим. Мой мозг пока не может воспринимать это все, потому что уже у меня давно не пользован. Спасибо за внимание, не забывайте ставить пальцы вверх, в описании ссылочку на плейлист на группу ВКонтакте. До встречи в следующей серии. Пока-пока.